Субботний вечер люберчане провели в Центральном парке под аккомпанемент саксофона и балалайки. Вечер живой музыки стал подарком без повода. Жители округа получили его в рамках цикла развлекательных программ выходного дня. В программе джазовые и популярные мелодии. На импровизированной сцене Центрального парка музыканты-виртуозы. Саксофон поет в руках Эдуарда Левицкого. Струны балалайки ловко перебирает Юрий Шутов. Лауреат международных конкурсов стоял на многих сценах страны, но люберецкие площадки занимают особое место в гастрольном туре музыканта из Малаховки. Я вообще обожаю Подмосковье в любом его проявлении, но особенно, конечно, Люберецкий наш край. Вот, поэтому с большим удовольствием. Другое дело, что у меня крайне редко бывает эта возможность, потому что я часто гастролирую. Но вот сегодня меня пригласили, я с удовольствием принял участие в этом прекрасном вечере. Проводить выходные под аккомпанемент виртуозов для люберчан становится традицией. Хороший музыкальный вкус им прививает администрация округа и руководство Центрального парка. Заметно изменился его облик, развлекают здесь тоже по-новому. Мы настроены на то, чтобы парк центральный был ярким, запоминающимся. Все мероприятия выходного дня радовали и привлекали людей в наш парк. На этот раз в Центральный парк люберчане зашли на огонек. Жарче и без того теплый октябрьский вечер сделали укротители пламени. Фаер-шоу стало ярким финалом вечера. Почаще такие вечера должны быть, почаще, в нашем городе. Очень здорово. Ну и для детей, для взрослых, это классно. Вот, почаще, может даже каждый день. Не каждый день, но каждые выходные Центральный парк обещает спасать от осенней хандры. У люберчан еще есть возможность провести уикенды на его площадках. Программами выходного дня гостей будут развлекать до морозов. Дарья Борисова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.